На днях опробовал проект восточного содружества. Компания зарабатывает на недвижимости и привлекает вклады. Выплачивает доход регулярно. Рекомендую. Все ссылки в описании. Короче, да.
Стоять! Стоять вам! Что такое? Стоять! Что Бухова, это? Куда отпустили? А ну иди Бухова, спроси, а ну спроси, какого куда Бухова? Куда Бухова отпустил? А ну, мужчина, все, встаньте, все, вы пьяные? Да все, да, там вы нормально, пьяные? Да, все, а ну, все там нормально. А ну, все, твой разговор записан, не переживай. Какой разговор? С ним, так что не переживай, все. Подожди, а ну могу... Что подожди? Что ты, я шо подожди? Не могу понять, что ты не можешь понять, мужчина? Вот, вы шо, да там все, вы шо пьяные? Записано. Нет. Хорошо, счастливо пути, стоять, стой. Стоять. Друг, любезный. Да. Сколько он попросил? Что? Сколько денег попросил он? Да никто ничего не просил. Дыхни. Сколько денег попросил? Дыхни, блядь, он что, пьяный? Что, кто да, пьяный? Да, готовы, блядь. Кто пьяный, да. Готовы? Ты что, кашу? Что проезжать? Кто? Нет, друг. Человек трехет. Не, хорошо, сейчас, хорошо. Вы в сторонку, сейчас, пожалуйста, не, отойди. Не, да, да, не, да, не, да, не, в сторонку, руки, отойдите, руки, пожалуйста. Не верят, нет. Да. Нет. Да. Сейчас он аварию сделает? Стойте, стойте, мы сейчас вас освидетельствуем. В каком состоянии вас... вас, а ну, вас... отойдите, да, идем. Руки убери. Отойдите, стойте. Руки от меня убери. Отойдите, никто не будет дышать. Руки будет. Не руки, будет убери, никто дышать. Проезжай. Руки нет. Веру, отойдите в сторонку. Ты что, вы что, не можете понять, или больной что? Больной вообще? Мужчина. Руки убери. Отойдите в сторонку. Руки. Сдайте назад и идите домой. Нет. Вот, не обращайте внимания человека, на человека. Человек, объясни мне, по какой причине? Объясни, ты пьяных отпускаешь, они ездят по городу, я должен отходить, я что не понимаю. Объясняю вам, кто пьяного отпустил? Вы отпустили. Кто? Вы, конкретно. Ну, кто? Вы, инспектор. Ну хорошо, я что отпустил, и что дальше, если я отпустил? Пьяного? Человек трезвый. Ну как, вы видели мужчина, его состояние на меня? Какое? Почем вы это увидели? По нем. Почем? И потому что вы ему рассказывали. Почем? Что, врач или что? А вы врач? Нет, я инспектор. Правильно, ну, вы провели освидетельствование? Конечно. Ну так и чего что показало? Что оно показало? Освидетельство никто не показал. Потому что признаков никаких нет. Что вы говорите? Да. Хорошо, вот будем разбирать. Не вот вопрос. И все, Саша. Не вопрос. Пожалуйста. Весь ваш разговор с ним и итог этого разговора. Что? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, успокойтесь. Руками трогать меня не надо. А вас никто не трогает руками. Вас просто в сторонку. Не буду. Я спокоен, вот я когда не спокоен. Вы просили отойти, а вы себе я когда-то не спокоен был, я спокоен полностью. Я вас первый раз вижу, всех знаю. И вас я первый раз вижу, и что? Ну что с этого меняет, я не могу понять. Я говорю, как есть. А вы кричите, я не знаю. Я не кричу, я вам говорю эмоционально. Вы отпустили, что-то не меняем состояние. По нулям подумал. За что он его мариновал и рассказывал ему про мили? И тут доставал, давайте я дам. А за что? А за что он предлагал? За что предлагал? Объясняю. Я покажу, что он нули продал. За что предлагал? Он нули продал. За что предлагал? Ну, Ли, за что предлагал? Он кричал, что он наказал, даст нам за просто что так, какие-то конфеты. Ему скажешь, никаких конфет не надо, что ему за конфеты за что он предлагал дать деньги вам, если нули? Я покажу тебе, драгер, что он нули за продал. Что он предлагал деньги? Я не знаю, что он предлагал. Хорошо, покажите мне чек его, с его временем. Я же снимаю с самого начала, давайте ну, снимем. Снимайте, ну, покажите. Саша, снимайте, покажи Саша, чек, я который человека захотел опустить. Пьяного? Да. Нет, не пьяного, а трезвого чек человека. Чек, трезвого драгера человека. Чек с драгером. Да. Что признаки? Чек с драгером. Изначально у него были признаки. Что дальше? Чек, вот человеком беседу. Ничего нет. Чек с драгера, покажите. И что дальше? Покажите чек. Сколько я показалось? Нет. Вы не поняли. Я, вы не поняли. Чек вы с драгером. Смотрите, во-первых, чек я вообще с драгера ничего не должен показывать. Не должен, но мы взяли да старшего. Подождите. Мы взяли 102. Пожалуйста. Где? Ну где? Скажи мне. Чек, где чек? Я чек с драгером. Где чек? Отпустил пьяного.
остановил вас, он тебя узнал, этот пошел отзвонился. На лачете, на синем, да. Косенко, все, уехал. Пошел, этому рассказал. Объясняю. Это чудо, быстро, Бухова отпустила. Кто ты задал бабла? Я держал машину как мог. Уехал первый человек, все равно зафиксировано. Зачем вы чек, узнал? Чек, Драгер. Зачем вы дискуссии эти ведете? Чек. Виталий. Это, нет, нет, ну, нет. Покажите мне чек. Где чек Драгера? С временем. Ну как не распечатан? Как он не распечатан, если он вылазит? Я распечатаю, говорю, тебе еще раз. Не, не при мне. Где его? Я его не печатал. Как это он печатается? Вы человека, когда продуваете, вы, он обязан вылезти. Ноль у него был. Нет, смотри. Не ноль. Даже Саш. Если ноль, составляется. Саш. Ну что, Саша? Составляется акт осмотра, освидетельствование. Вылазит чек. Где он? Где? Скажите, пожалуйста, мне. Объясните, Саша, мне, пожалуйста. Я вам вы пьяных почему отпускаете? Еще раз где чек продувки? Вы проводили медосвидетельствование. Где чек? Я с тобой вызываю, мне нахуй на. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр, фамилия моя Куницкий. Я нахожусь в городе Одесса. Возле патруля на улице Черняховского, 12В. Да, Черняховского. Значит, нахожусь возле патрульного автомобиля 1554 Державной госавтоинспекции. Стал свидетелем того, как инспектора ГАИ взяли неправомерную выгоду у водителя, который находился в нетрезвом состоянии пьяным, и отпустили его. Все зафиксировал на камеру. 12В. Все зафиксировал на камеру. Вот. Хочу вызвать здесь на оперативную группу. 1554. У него даже водительское не брали. Раз, а все, он поехал. Да. Все, это Toyota Prius. Да, да. И отпустили в пьяном виде его. Номер автомобиля зафиксирован. Два понятых. Что, девушка это два понятых? Девушка это два понятых? Не, вы скажите, девушка это два понятых? Вы не поняли, девушка это два понятых? Нет, это один человек. Где второй? Есть еще инспектор. Не может он быть понятым. Есть чтобы... инспектор, здесь неконцептная ситуация. Он не может быть по закону понятым, запорожский. Рядом стоял. Запорожский, он не может быть понятым. Кто рядом? Где бланк? Где записаны понятые? Имя, фамилия, понятые? Ну видно же, мы же пушку, ну видно же, мы что-то мы придумали. Я с вами беседую, смотрите, человек вот именно провоцирует. Не, ну вы прямо не отвечаете. Что значит попросить, чтобы человек отошел? Ну что значит попросить? Ну это мы... А не надо беседовать, не надо беседовать, не надо беседовать. Садитесь в автомобиль, пишите рапорт о том, что происходило. Нечего, не о чем беседовать. Рапорт пишите, вызывайте руководство на место. Вызывайте руководство сюда, старшего по городу, вызывайте, пожалуйста, вызывайте. Мы вас просим, как граждане, вызывайте старшего по городу. Сейчас, кто сегодня ответственный? Звоните ему, будьте любезны, звоните ему, пусть приезжает. Ничего страшного. Вы слышите меня? Звоните руководству, хватит общаться. Привет, мужики. Спасибо большое. Ответственные приехали, выслушали то, что мы пояснили по поводу того, что отпустили все-таки людей в алкогольном опьянении, в невменяемом состоянии, отпустили после того, как присел человек в машину, рассчитался, его отпустили. И потом инспектор грудью защищал его и говорил, человек трезвый, но перед этим он на камеру четко говорил, как, у тебя там полтора, кто тебя заставлял дуться, кто тебя заставлял... А человек поясняет, я только пиво пил, его девушка тоже в таком состоянии там кричала. То есть люди рассчитались... И их отпускают, и уже инспектора нет обратного пути, и он уже все, конечно же, он его отпускает. А что делать? Ну как? Это он сказал, все, ну как, на камеру. Вот так вот ситуация такая. Отпускаем пьяных людей, берем деньги у них, город Одесса, продолжается дальше коррупция, взяточничество, процветает все. Это городское ГАИ Одессы.